Развитие экономики и человеческого капитала – ключевые темы Международного экономико-гуманитарного форума Ukrainian ID. Сотни экспертов из Украины и других стран собрались в Каневе, чтобы обсудить перспективы Украины. Детальнее расскажет Тамара Кононенко. Церемония возложения цветов к памятнику Тараса Шевченко открывает форум. Среди гостей и первый президент Украины Леонид Кравчук. Он называет Кобзаря и Тарасову гору символами украинского народа. В хате моего деда. В доме моего деда в одном углу стояли иконы, а в другом портрет Тараса Шевченко в рушниках. И было две книжки «Кобзарь» и «Библия». И в это в каждом селе, поверьте. Если мы захотим и будем опираться на силу нашей истории, то мы преодолеем все трудности. Несколько сотен украинских и иностранных экспертов собрались в Каневе. В программе тематические панели и дискуссионные платформы обсуждают экономическое развитие Украины, децентрализацию, гуманитарную политику и многое другое. Следующая точка роста, конечно, наша агросектор. Мы верим в то, что Украина может и будет мировым супермаркетом экологически чистых продуктов. Нам надо задуматься, какую мы хотим видеть нашу страну через 5, 10, 15 или 50 лет. И тогда мы можем достичь этой планки. Если нет планки, нет успеха. В финале первого дня провели церемонию награждения ID Award за особый гуманитарный и культурный вклад в развитие Украины. В прошлом году вот такая статуэтка досталась узнику Кремля режиссеру Олегу Сенцову. В этом году в числе лауреатов общественный деятель Екатерина Гандзюк. Свою премию она получила посмертно. В прошлом году девушка умерла. В результате покушения ее облили кислотой. Хочется вручить эту премию Кате и помянуть ее, и пускай это будет еще вот здесь, вот в Каневе, некой символичной премии против насилия над женщинами. Форум Ukrainian ID в Каневе продлится 2 дня. Результатом станет принятие Конституции ценностей. Тамара Кононенко, Сергей Ильинский, UATV.